Когда Хачатур Саакович Багдасаров получил приглашение от Виктора Ивановича Петрика посетить его лабораторию, я с большим удовольствием поехала вместе с Хачатур Сааковичем, поскольку мне было очень интересно, наконец, все-таки узнать и понять, каким образом применяются нанотехнологии и, скорее, даже как они создаются. И вообще, что это такое? По образованию я химик, я окончила Московский государственный университет. Работала я в области физики твердого тела, изучения поверхностей кристаллов методами электронной микроскопии. Поэтому мне было просто тоже очень интересно ознакомиться с технологиями, развиваемыми Виктором Ивановичем Петриком. Вот, то, что я увидела, меня просто действительно поразило, потому что во-первых, те результаты, которые я увидела, и самое главное, та простота технологий, с которыми я ознакомилась, и как достаточно все-таки профессиональный химик могла их оценить, то есть действительно ли они могут существовать или нет. И самое главное, что я увидела, как происходит создание металлов, порошков металлов, которые обладают размерами, позволяющими их использовать в нанотехнологиях. Я была поражена. Вот, и те результаты, которые были показаны также по тому, как двумерные кристаллы, которые нельзя было отделить вот эти вот решетки друг от друга, не разрушив сам кристалл, как Виктор Иванович создал технологию, которая позволяет отделять вот эти решетки двумерные друг от друга, и при этом кристалл как бы сохраняется, то есть в неравновесном состоянии. В общем, все, что я только могу сказать, что наконец, я впервые поняла, во-первых, что такое нанотехнологии, во-вторых, увидела, как они могут развиваться, применяться, и как человек, который, ну, не очень много, но все-таки разбирается в этом, я могу только сказать, что это великое благо для нашей страны, если такие технологии будут развиваться, потому что эти технологии, чем еще они особенно ценны, тем, что они достаточно дешевые в исполнении. Потому что все то, что до этого применялось, оно требует больших материальных затрат. Эти технологии позволяют достигать того же самого результата, особенно вот я имею в виду в области поликристаллических кристаллов, вот, но со значительно меньшими затратами. Вот. Я понял. Скажем, вот буквально двумя словами, какое из изобретений или так направлений работ Виктора Ивановича вам кажется наиболее важным и больше других вас поразило? Больше всего меня могло поразить, конечно, только та область, ну, в которой я являюсь все-таки специалистом. Там, где я не специалист, может быть, меня тоже эти достижения очень сильно поразили, но я боюсь высказывать свое мнение, потому что оно будет очень дилетантским совсем. Тогда по вашему. Вот, в области именно выращивания шпинели, например, кристаллов шпинели поликристаллических, кроме того, в области получения чистейшего кристалла кремния, вот это две области, которые меня очень поразили, особенно поразили, и у которых я считаю, что, ну, самая наибольшая, что ли, потребность мира вот в развитии этих технологий. Потому что сейчас всюду нужен очень чистый кремний для создания солнечных батарей. И кроме того, конечно, шпинель просто может перевернуть все вот
такие применения, где раньше применялся, ну, даже вот в производстве лазеров, допустим, где раньше применялись монокристаллы, корунда, там, граната, то сейчас все это может быть с гораздо, ну, меньшими затратами быть применено вот для создания лазеров и других областей применения, в которых применялись ранее монокристаллы корунда и граната. То есть, если я правильно понимаю, вот именно в области шпинеля... В области шпинеля и кремния. Вот это, кремния. Где я могу просто, ну, сказать, что вот это меня больше всего потрясло и поразило. А если сравнивать с ситуацией в мире по таким исследованиям, можно сказать, что, допустим, исследования Виктора Ивановича, они действительно являются прорывными, и они абсолютно конкурентоспособные даже, намного опережают то, что происходит в мире, те достижения, которые... Ну, насколько нам известно, просто я же не могу сказать, и, может быть, какие-то есть закрытые работы, о которых я просто не знаю. Но то, что мы знаем, то вот этот прорыв, например, в области создания поликристаллической шпинели, это просто действительно прорыв, потому что в Америке, вот насколько нам известно, они бьются над этой проблемой, но пока она не решена. Что касается кремния, опять же, в области создания сверхчистого кремния сейчас работают и в Германии, там, и во Франции. Просто мы знаем, что они к нам обращаются с тем, чтобы мы как-то им помогли в этой области. Ну и последний вопрос. Что необходимо для практического внедрения результат работы Виктора Ивановича в России? Вот как вам кажется, что необходимо сделать? Какая поддержка должна быть оказана этим исследованиям? Мне кажется, должна быть оказана поддержка и государственная, потому что, вообще говоря, решение этих проблем – это всюду, это просто государственная задача. Это не задача какого-то там частного лица или чего-то, это государственная задача. И кроме того, конечно, Академия наук должна тоже поддержать вот эти технологии и помочь как бы обосновать теорию всего вот этого процесса. Потому что технология создана, так сказать, продукт получен, но для того, чтобы, может быть, ее усовершенствовать и способствовать дальнейшему развитию, необходимо, конечно, научное, более такое точное научное обоснование вот этих технологий. Поэтому Академия наук тоже должна принять участие в этих проблемах. Ну, и мы все видим, что Виктор Иванович всегда открыт для любых вопросов. Да. То, что мы вот здесь увидели, это то, что вот Виктор Иванович настолько, так сказать, всегда именно открыт для общения и открыт для всяческих объяснений, разъяснений. И все, что вот нас интересовало, буквально он шел нам всегда навстречу и все показывал, рассказывал. Так что даже, вот, как мне кажется, человек, который ну, не обладает таким даже сверхспециальным образованием, может в этом деле разобраться.